друзья, всем привет! Сегодня мне выпала честь побывать опять в сервисном центре на спортивной. Нас пригласили на встречу со шведами. Мы будем тестировать, что-то будем тестировать. В общем, детали расскажу потом, пока еще не знаю, как я сюда жду. Но пока могу вам показать сервисный центр, главный офис, где обслуживаются наши партнеры, где, собственно, можете обслуживаться вы. Итак, друзья, я рада вас приветствовать в сервисном центре компании Oriflame в Москве на станции метро Спортивная. Здесь находится главный офис компании Oriflame. И сейчас я познакомлю вас с этим замечательным местом. Ну, вот за мной вы видите награды компании, да? Премия «Алюр» 2016 год. Всякие достижения компании, о которых вы, конечно же, читали в журналах «Мир Oriflame». И вот такой зал чудесный. Он круглый. Здесь сидят партнеры, работают за стойками, как вы видите. А за стеклом работают сотрудники компании. Руководство компании тоже тут. Знаете, что я хочу вам сказать? На мой взгляд, что самое главное отличает все здания компании Oriflame. Они стеклянные, прозрачные. Это говорит о том, что компания открыта. Открыта к общению, открыто дает людям возможности. Ну, задавайте вопросы, спрашивайте, что интересно, покажу еще. Ну, еще раз всем привет! На связи Светлана Пушкина. Сегодня я ходила на тестирование нового приложения, которое компания готовит для вас, друзья. Только что с него вышла. С этого тестирования. Очень прикольное приложение мобильное будет по выбору ухода за кожей лица. Оно пока в разработке. Ну и вот хочу вам показать, где же я была. Это наш сервисный центр. Станция метро Спортивная. Вот такое расчудесное здание. Ну и с вами была Светлана Пушкина. До новых встреч. Пока-пока.